Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев встретился с имамами республики. На совещании подвели итоги прохождения религиозными деятелями курсов повышения квалификации, которые длились на протяжении 30 дней. Подробнее в сюжете Гамзата Нурмагомедова. В неформальной обстановке встреча началась с приветственных слов, после чего Ахмад Абдуллаев пояснил богословам о целях курсов повышения квалификации. Это, в свою очередь, обмен опытом, повышение знаний, недопущение в последующем ошибок в работе с населением. Бывали случаи, когда имамы, не изучая, что эта женщина, которая к вам обратилась, ну не к вам, к имаму обратилась, ну, заключать брак, имам не изучал вопрос, что она развелась с предыдущим или нет, и заключил брак. А через некоторое время тот муж идет предыдущий и говорит, я же, говорит, с ней не развелся, я же талака не дал. Вот этот брак же заключил наш имам, дагестанец же он. Поэтому вот такие случаи, когда мы знаем, рассказали, а в следующий раз мы будем уже чуть-чуть осторожничать, чтобы мы на эти грабли не наступали. Далее муфтий поинтересовался у религиозных деятелей о том, как проходил процесс занятий и какую пользу они извлекли для себя. Один из имамов признался, что изначально не горел сильным желанием отправляться в столицу на учебу, но теперь, получив багаж знаний, многократно благодарен организаторам курсов. То, что можно сказать, годами не учились, учились за этот месяц. Альхамдулилла, мне очень понравилось это. Мудрые советы получила. Я думаю, да, в дальнейшем будет польза в этом для распространения ислама. Высококвалифицированные преподаватели, в числе которых Камалудин Ахмедов, Ахмад Исаев, Мухаммад Расул Саадуев, за время курсов повышения затронули темы, необходимые для имама в работе с обществом. Имам по своей должности, он постоянно общается с людьми, и у него практически не остается времени на обучение. А вот в течение этого месяца он имеет право, он, то есть имеет возможность повысить свои знания, также вспомнить о тех знаниях, о которых он уже знал до этого, но забыл. Будем надеяться, что мы сможем повысить квалификацию всех имамов Дагестана, иншаллах. Встреча завершилась напутственной речью шейха Ахмада Абдуллаева и коллективной молитвы за сохранение мира и стабильности на земле Дагестана и России. Гамзат Нурмагомедов, Ибрагим Абдуллаев, телеканал ННТ, Махачкала.